Да. Чтобы вот, знаете, под конец 2020 года, там прям, знаешь, там можно поиграть, там нужно поиграть, там вообще там замечательный проект. Им все это понравилось, разумеется, ну, потому что, наверное, других обновлений они начали опять-таки пользоваться какой-никакой, но, ну, возможно, еще какие-то. Сам Перпет, допустим, на проекте каком еще есть квест. Ну вот, что новая сюжетная линия, она будет связана со взломами. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Серьезно? Нет, ну ты же это... Ты же это не серьезно. Не, ну ты вот... Ты не может такого быть. Это что, это очередной ролик по Advanced Role Play? Тебе что, вообще заняться нечем? Ты что, ты вообще, блядь, долбоеб? Нахуй ты позоришься-то, а? Вот это вот все делаешь. Ты что, ты хочешь сказать, что вот в новостных журналах, там, которые ты читаешь, которые ты проверяешь и так далее, в них больше нету никаких новостей, ты будешь рассказывать про это там 5, 6 или даже 8 минут? Ты что, серьезно? Да. Ну да, типа, а чё? Ну, как бы, вот, да, буду рассказывать вам про Advanced Roleplay, потому что, вы знаете, в 2020 году в нем было много всякой неразберихи, да и он до сих пор не закончился, нам его еще, знаете, надо прожить, нам его еще, знаете, надо пережить, тут надо нам еще много всего сделать, поэтому говорить, что он был такой, он был сякой, пока что еще нельзя. Однако, давайте уже приступим непосредственно вот к самому видеоролику. Дело в том, что вот, знаете, под конец 2020 года Андрей Вениаминович, или Андрей Андреевич, или Андрей какой-нибудь там еще Ринга, он решил, так знаете, взяться за голову. То есть многие игроки Advanced Roleplay, многие там остальные люди, хотя игроков Advanced Roleplay, их мнение вообще можно учитывать или нет? Потому что, ну, они же ангажированы вот этим вот всем проектом. Они же не могут вот так четко сказать, вот это вот обновление хорошее, вот это вот обновление плохое. Им что дают? Они то и говорят, мол, слушайте, а вот нам вот это вот обновление дали, а оно же крутое. Оно же прям, знаешь, оно же классное. Оно же пиздатое. Вот там прям, знаешь, там можно поиграть, там нужно поиграть, там вообще там замечательный проект, вот, и как бы и обновление хорошее, и скоро там, знаете, они на мобилку выходят, и скоро у них там еще всякие вещи будут, поэтому да, проект хороший, играть можно, а если нельзя, то как бы, ну а что вы мне сделаете, я извиняюсь, а я как бы, ну, в другом городе. Не так давно на Advanced Roleplay вышло обновление для банд, и если там, знаете, посмотреть комментарии, если в целом посмотреть какие-то оценки, если в целом вот так вот послушать мнение людей, играющих на Advanced, им все это понравилось, разумеется, ну, потому что, наверное, других обновлений у них нет. Вообще, кто играет в гетто на Advanced Roleplay, мне непонятно, потому что там даже все ютуберы, по-моему, это такие, знаете, какие-то, ну, там, я не знаю, разговорные какие-то, они там, я не знаю, вот пранки, возможно, снимают, или там какие-то прочие вещи делают, потому что, ну, я более и не знаю, типа, для чего нужно гетто на Advanced, но неважно. Наверное, данное обновление сделали для того, чтобы все это как раз-таки воскресить, чтобы все это, знаете, восстало из мертвых, и капты на Advanced Roleplay, они начали опять-таки пользоваться какой-никакой, но популярностью вот в данном вопросе, чтобы все у всех и, наверное, всегда, и, наверное, для всего, и, наверное, во всех прочих проявлениях, чтобы оно, в общем-то, все было нормально. Но вот, не так давно Андрей Ринга, либо какие-то прочие люди, либо какие-то разработчики, либо какие-то скриптеры, либо, ну, возможно, еще какие-то люди или, ну, еще, возможно, некоторые подобные. В общем-то, неважно. Они готовят новую цепочку квестов, подобно квестам, которые уже есть на Аризоне, подобно квестам, которые уже есть, допустим, на проекте Самперпет, допустим, на проекте каком еще есть квест. Ну вот, на языке вертится Evolve Roleplay, но знаете, этот проект, он запрещен на моем канале, его вообще называть нельзя, о нем как-то вот это упоминаться, распространяться и делать все прочие вещи, ну тоже не особо можно, поэтому, ну, наверное, мы на все это, так знаете, немножечко подзабьем, либо же еще вот нечто подобное сделаем, но неважно. Дело в том, что новая сюжетная линия, она будет связана со взломами и как бы, что бы это ни значило, потому что так написали в сам ворлде. То есть на этот раз я новостную статью взял, да это даже не статья, это, знаете ли, это пост, а взял я ее из сам ворлда, потому что, ну, там вот это вот все опубликовали, и, в общем-то, да. Ну и если вот так вот посмотреть на скриншоты, то можно подумать, что все это, наверное, взяли с GTA 5 онлайн, с GTA 5, возможно. Нет, давайте, я хотел сказать GTA 5 RP, но там, скорее всего, ничего подобного нету, хотя я не знаю, я особо-таки не играл, тем не менее, ну, скорее всего, это все взято вот из какого-то GTA
это опять рулеплей онлайн и всех прочих вещей. И что я по итогу могу сказать по поводу Advanced Roleplay? Вроде как, насколько я понимаю, опять-таки я об этом начинал говорить, и все как-то вот я не могу досказать вот эту вот всю мысль. Наверное, Андрей Ринга после создания вот этого своего нового сервера, после выпуска всего этого сервера, он решил, так знаете, немножечко, возможно, взяться за голову, глядя на то, что онлайн после карантина, после всего вот этого, знаете, коронавирус, разумеется, еще не закончился, тем не менее, вот он решил как-то, так знаете, взяться за голову, взяться за обновление, и вот сейчас они, так знаете, более-менее выходят, какие-то квестовые новые вот эти вот цепочки, какие-то квестовые прочие штуки, я уверен, выйдут, и, возможно, нечто подобное у них там еще выйдет. Однако, более чего-то я сказать по поводу всего этого не могу, однако сказать по поводу всего этого можете вы в комментариях, вот, пишите, делитесь своим мнением, никакие комментарии никогда не удаляются, если только вы там, знаете, не написали чего-то плохого, и YouTube сам все это не удалил. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всех благодарю, все молодцы, увидимся тут же завтра в 20.00, я снимал на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм в описании, в прочих вещах, еще, возможно, где-нибудь есть этот никнейм. Всем до свидания.